больше похоже на подпольное производство алкогольной продукции кустарным способом. Как вот раньше существовали такие, так называемые, закатывающие машинки, которые закатывали. Там цикл был полностью налажен от мытья посуды до наклейки этикеток, акцизных марок и до заливки жидкости и закатывания их укупорка пробками. С нами установлены уже места, значит, реализации от алкогольной продукции. Там сейчас проводится мероприятие, изымается, фиксируется, документируется полностью весь цикл преступной деятельности этих людей.